Уж надо компанию добить. Вроде как сказали, что в патче пофиксили ролики. Заиканием надо проверить. Ой, блин, надо было игру погромче сделать. То есть то, что у нас сломали бронетранспортер, то я виноват. И мне теперь продвинешься. Петник. Тра-та-тан. Так, ладно, давайте пробежим, иначе я так ничего не сделаю. Петю. Давайте уж сегодня добьем, чтобы забрать. А кто сзади заходил? Почему у меня с этим... А, вот этот, наверное. Это генерал Барков! Он здесь!
круто, как сделан гранит. Ой, как сделан Metroid Prime. О, нифига себе, оказывается, так и перестреливается. Слушай, какой отвратительный кусок игры. Ну, просрал бронетранспортер, и все, и дальше не продвинешься, потому что тебя просто... Уезжают. То есть я не знаю, что здесь делать. Это генерал Барков! Он здесь! Пусть он тут наседает. И это не самый сложный уровень сложности, может быть. Что-то не так делаю. К сожалению, не могу сейчас начинать новую игру, потому что я во вторник улетаю на неделю. А вот они все, короче, тут набрались. Мы тут как-то их, блин, зачистили. Закайтили. Давайте дальше. Слушайте. Вот, типа, до контрольной точки надо было просто добежать. Он здесь! Пусть он тут навсегда и останется. Вертолеты, Барков! Нет, игра говорит нет. Я должен его сбить. Возможно, мне надо РПГ где-то найти. А, вот. Эй. И... Куда РПГ дели? Что тут было? А, цель лазер. Господи, какой я тупой. Я всегда забыл, что у меня лазер есть. Хорош. Не отмечается. Они бегут! Постарайся скрыться!
парковку! Чисто! Отряд Эхо! Начнете отсюда! Пробейтесь к Николаю за зарядами! Надеть маски! Парков может пустить газ! Нельзя просто сесть смотреть, как шмаляется и господин одного задают. Мать, можно, но вот это же Call of Duty. Тут проблема в том, что если ты засядешь в одном месте, враги будут спавниться бесконечно. Здесь надо от чекпоинта к чекпоинту бегать. Тут нельзя просто всех зачистить с одной точки, а потом просто спокойно пробежать. Это было с самого начала серии. Для лаборатории они вооружились на совесть. Мы все это похороним. Рассредоточиться! Ну, если бы все так было просто, это бы не был Call of Duty. То есть пробежать тебе не дадут, тебя просто накроют. Все это все очень грамотно сделано. Может быть, с каким-то процентом вероятности ты пробежишь, но скорее всего нет. Скорее всего, тебя просто зальют огнем. Бьют здесь довольно больно. Идем на третий этаж. Так, я на третьем этаже. Что дальше? Видимо, сюда. Пошли наружу! В фургоне, вон там! Алекс, Фара. Николай! Скорее, берите заряды. Взрыв начнет цепную реакцию. Взорвем реактор, пахнет все. Правильно, не потеряй. Зачем помогаешь? Барков позорит мою страну. Это непозволительно. Спасибо, Николай. Ну так вот. Отнесу остальное Прайсу и Гэрику. Увидимся на той стороне. Внезапно хороший русский в этой игре. Страха.
Куда дальше там? А, окей. Смотри, куча трупов уже. Какой-то пар идет и все, и непонятно, что он делает. О, здоровый мужчина. А, вот это для чего. Вот этот потерялся. Мало боеприпасов. Всего две. Какой-то фак. Так, я забыл прочитать совет про Джаггернаута. Ну-ка еще раз. Взрывчатка наносит Джаггернауту и оглушает его. Убили? Непонятно. Ладно, куда дальше? 5-6 сюда. А как сюда попасть? А, все, они уже. Этот Джаггернаут каким-то образом случайно умер. Проблема. Эхо, я главный, как слышите? Слушаю, главный. Вижу генерала Баркова. Повторяю, он идет к вертолетной площадке. Главный, эхо на подходе к реактору. Ставьте заряды и уходите. Реактор там. Там дверь. Иду.
Чисто. Так, мультики. Будут лагать или нет? После обновления. Детонатор накрылся. Ну да. Я пойду. И зачем? Поджечь реактор. Ты не успеешь уйти. Я знаю, что делаю. Фара, послушай. Нет, это ты послушай. Из-за этого газа мои люди испытали нечто похуже войны. Я просто не могу теперь уйти. Я не прошу тебя уйти. Только отдай мне приказ. Не отдам. Командир, прошу. Нет, я не твой командир. Ну а кто? Кто-то должен зажечь этот огонь, а кто-то убить Баркова. И то ты не сделаешь. Я выполнял приказы всю жизнь. В такой я могу поверить. Дай мне приказ. Ты борец за свободу, Алекс. А ты лидер, Фара. Дай приказ. Иди. Есть, мэм. Патриотичненько. Удачи. Как же тупо. Ну, Call of Duty никогда не отличался сложностью повествования. Браво, эхо у лестницы. Фара идет за генерала. Понял вас, эхо. Пробиваемся к трубам, отбой. Готов, сержант. Нет теперь правил, да, капитан? Никаких. О, на снайпере и покажем. Блин, я так не попадаю. Ничего. В чем проблема вызвать реактор потом? Ну не знаю. Иначе бы так не работало. Да, странно. Он же никуда не денется. Типа потом прислать сюда авиацию и все расхерачить. Ну, я понимаю, что это правда единственная территория другого государства. Может быть, не просто так сюда на авиации прилететь. Равно сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! Повторяю, Барков улетает! Скажите им это, Барков! Пара, такая, hello! О, господи, это что такое? Быстро! Горит! Ты подожди, а что мне нужно было сделать? О, господи. Ждите! Есть контакт. Сколько сейчас времени? С Москвой мне связь! Быстро! Скажите им это, генерал! А, вот как надо было. Меня не будут игнорировать! Пусть перестанет завтракать! Мой объект атакуют террористы! Отправьте...
Ты! Так он же еще и выживет. Это странный диалог, не озвучен. А, он должен говорить, я не должен его так быстро могилить. Ну, типа он там всякие штуки должен был говорить, а я просто его заколол. И это все, что он может сказать. Спасибо. Самое. Все чисто, капитан. Понял. Все посты по моей команде. 3, 2, 1. Подтверждаю. Цели уничтожены. Молодцы. Карим. Россия, матушка, одобряет. Долетим. В Урозыкстан. Домой. Так это он вел вертолет все время. Господи, подстава на подставе для генерала. Да, действительно, ролики перестали тормозить. Да, приличного пива тут все равно нет. Россия бросила Баркова. Но выбора у них особо не было. Он мертв. Ты неплохо замял нашу проблему, Джон. Пока. Но без присмотра. Нет, нет. Генерал Шепард достал файлы, что ты просил. В чем конкретно их суть? Спецгруппа. У нас уже есть хвосты. Я их обрублю. Я плачу агентам, а не боевикам. Тогда пей свой чай. Захаеву нужен трон Баркова. Я чуть не закопал его в Припяти с Макмилланом. То был отец. А это сын, Виктор. Славная семейка. Они поклонники Хадира. Это объясняет, почему он еще жив. Хотят вытащить его. Так дай мне, что нужно. Кто с тобой? Сержант Гэрик. Кайл? Его называют Газ. Он вроде не спорит. Джон МакТавиш. САС, снайпер, подрывник, кличка Соуп. Почему? Засекречено. Вот и он. Саймон Райли. Нет фотографии. И не будет. Но остальное... Знать пока незачем. Если не договоримся. Как ты называешь свою команду? 1-4-1. Это все конец. Я, блин, в прошлый раз не дотерпел полчаса, что ли? Господи, отвратительно. Ну что можно сказать? Геймплей, к сожалению, все такой же. Сюжет странный, клюквенный. Но бомбление народа я не особо сильно разделяю. Да, игра не стоит того, чтобы так сильно переживать.
Так, есть что-нибудь после титров? Есть фотография. Блин, опять мышка под к центру прилипла. А, есть что-то, да. В совместный режим отправляют. В городе идет эвакуация. Здесь все контролирует Алькатала. Раньше здесь было неплохо. Теперь это в прошлом. Восток и Запад отстроили Верданск после холодной войны. Алькатале это не очень понравилось. Теперь у них бронетехника и тяжелое вооружение. Террористы с танками. Кто у них главный? Кто-то новый. Крутая шляпа. Как зовут? Не знаем, но у него сильные покровители. Это российские данные. Откуда они у нас? От коллеги из Москвы. ЦРУ работает с ФСБ? Не в первый раз. Комаров? Капитан Прайс? Николай? Ты плохо себя вел? Звучит как комплимент. Прошу, мы же друзья. Это заберут. За мной был должок. Сержант Комаров поможет нам с этой операцией. С этим новым оружием Алькатала сможет перейти от терроризма к военным действиям. Это проблема для всех нас. Пока не поздно, мы создаем многостороннюю опергруппу для поимки нового главаря Алькаталы. Мы готовы. Скажи, что требуется. И за дело. Ну. Да, история продолжается в спекопсе. Ну и кто в этот спекокс будет играть? Четыре операции. Можно и в одно, и в одного, кстати, пройти. Нет, наверное, или да, или нет, черт. А еще и лобби классические. Разведданные. Так, у нас там народ уже в Call of Duty, уже в сетевой режим играет. Ладно, я, наверное, минут на 10 прервусь. Дальше мне уже особо не интересно. Сейчас вернусь. Минут через 5-10.